Всем огромный привет! И снова посылочка. Ну, вернее, не то, что прям и снова. У меня уже давно не было посылок. Поэтому я радуюсь. Я давно вообще что-то без новинок. А тут смотрю видео у других цветочников, да? У них прям новинки, новинки, обмены, покупки. Говорю, ну что это такое-то? Все себя радуют, а я никак. А я никак не могу себя порадовать. Где же, что же взять? Думала. Написала Вове. Говорю, Вова, хочу цветочек. Вова говорит, хорошо, не вопрос. Сейчас посмотрю. Вот. Вова посмотрел, что у него есть. Отписался. Я радостная и довольная. Говорю, высылай. Так. Филодендрон. Тут еще это сингониум, это сингониум и ванилка в подарок. Положен не стоит. А. Ой, и вот такой шикарный филодендрон. И сейчас я их сразу подпишу. Надо только сходить за названием к компьютеру. Потому что сразу я их пересаживать, наверное, не буду. Не знаю, в общем, пока что я буду делать сразу, что не сразу. Но в любом случае мне нужно их до конца распаковать, показать вам и уже подписанными, чтобы озвучить сорта. Итак, друзья, вот они, мои новички, выстроились в ряд. Я дня два их не буду трогать, я дам им просохнуть, привыкнуть к моей температуре. И дня через два, ну, чтобы к пятнице видео у меня вышло, дня через два я их посажу в свой грунт. Хочу вам показать после пересадки, как они будут выглядеть, в чем они у меня будут сидеть. И в пятницу, я думаю, видео выйдет. Посылка отправилась из Москвы в субботу. Сегодня понедельник, я ее уже получила. Итак, давайте начнем с малыша вот с этого. Вот этот малыш сингониум называется Pink Spot Tricolor. Сейчас вот так отодвину,
чтобы не мешалось. Pink Spot Tricolor. Конечно, сейчас он выглядит еще не очень красиво, потому что маленький листик и листик один. А, в робот еще второй маленький листик. Но когда у него лист будет уже полноценный, окрашенный, он, конечно, очень яркий и необыкновенно красивый. Итак, сингониум. Правильно я хоть назвала? Red Spot. Не Pink, а Red Spot. Red Spot Tricolor. Лист филодендрона. Филодендрон этот называется. На стаканчике не вижу, что написано. Ring of Fire, да? Ring of Fire. Ring of Fire. Пестролистный сорт. Очень красивый у него лист. Я, конечно, не знаю, насколько там корешки большие или маленькие, но листик укорененный. При пересадке потом аккуратненько буду вынимать, пересаживать, посмотрю. Ring of Fire. Так, здесь, чтобы стаканчик не переваливался, я поставила просто в стеклянный стакан и налила немножко водички, потому что это срезы, они стоят в амхе. Итак, орхидея ванила. И сингониум черный. Я, правда, не знаю, есть у него название или нет, но как-то мы с Вовой переписывались, он черный вот есть у меня, говорит, сингониум. Я говорю, очень хочу. Темно-темно-темно-зеленый, прям черный. С обратной стороны он темно-красный. Темно-темно-красный, темно даже какой-то малиновый лист. Ну, сейчас вот он немножечко, мне кажется, вяленький в дороге. Но я водички вот налила. Постоит. Я думаю, он поднимется, напьется когда, и будет все нормально. Ой, красавцы, как я рада. А то, как у кого не гляну, мой хомяк как начинает бегать там, лапками своими шуршать, щеками своими хлопать. Так, и вот этот красавчик филодендрон называется гигантом варигатный. Само название гигантом, я думаю, говорит само за себя. И я так думаю, этот филодендрон должен быть просто огромным. Я так понимаю, что вот это лист, от которого он укоренялся. У него даже окрас, посмотрите, какой-то листа красноватый. А это вот уже молодая детка. В дороге немножко загнулся листик вот этот. Я не знаю, может быть, я палочку ему подставлю и замотаю. Он наберется, когда тоже тургора. Я думаю, может быть, даже это. Но встанет и будет нормальный. Попробую палочку приставить и замотать. Ну, как бы как при переломе людям. Очень красивый. Очень красивый. Давай мы тебе вот так поставим листик, чтобы не падал. Вот, счастью нет предела. Когда хочется цветочки и находятся люди, которые рады поделиться, что может быть лучше? Я через пару дней вернусь, и мы с вами
Посмотрим, как выдержали пересадку и как они выглядят после пересадки. Друзья, решила я видео про новички закончить все-таки, потому что не хочу пока их пересаживать, а похвалиться, конечно, хочется. И опять же, в связи с тем, что у меня были перестановки передвижки, вот с этого аквариума с тилансиями я убрала, у меня здесь стояли лидебурии и крассула моя хоббит большая. Я все это разобрала, убрала. И вот эти вот кашпо мне очень нравятся. Надо еще, кстати, сходить купить. В этом самом. Кто это? Как это их зовут? Fix Price. Вот, там вот такие вот горшочки. Они прикольны тем, что их можно вот так вот цеплять друг за дружку. Делать из них какую-нибудь фигурку, да, и сажать. И мне нравится, что они вот как кашпо. В них можно ставить горшочки транспортировочные. Я хочу таких много купить под свои, как их называют, под орхидеи. Потому что даже вот поить их удобнее. Налил туда воды, потом слил, если надо. Ну вот, я вот эти стаканчики поставила и сюда вот поставила все свои малыши. Этот вот как раз черный, который, да, сингониум. Этот вот, который Red Spot Tricolor сингониум. Здесь живет еще моя принцесска, я ее заново переукореняла. Это листик от моего какого-то там сильвера. Это детка от моего санрайса ращо. Вот я их сюда поставила на свет, вот эти свои малыши. А громоздкие все вот эти высокие лидебурии, и этот я убрала. Вот. И, в общем-то, я чего все показываю-то? Я решила не ждать, когда я пересажу и показать вам, а решила закончить сейчас, просто показываю спустя 2 дня, как выглядят мои новички. И вот в спальне на столике у меня тоже этот вот листик, который Ring of Fire. И вот этот кустик, который... Ой, пальма мешается. И вот этот кустик, который гигантум. Видите, я его все-таки привязала. Листик стоит. Вот, конечно, я их покажу, может быть, попозже. Пересадку показывать я не буду. Просто когда я их пересажу, и они пойдут в рост, появятся новые листочки, я вам, конечно, их сниму, покажу. Вот, а сейчас просто как бы решила закончить свою похвалюшку новинками. Ну вот и Билька здесь у меня стоит возле окна. Но пока вот он мне листочки не хочет давать окрашенные. Не знаю, ладно, посмотрим. А, ну вот еще маска моя. Магик маска. То же самое, вот он лист родной, который я покупала. И вот какие листы он мне дает, обычные. Но радует то, что он хотя бы варигатный. Все, друзья, на этом все. Посылкой я довольна. Новичкам своим я рада. Вас всех благодарю за то, что вы со мной. Всем счастья, здоровья. Берегите себя и своих близких. С вами была я, Любовь, Садик Цветов.